Всем привет, с вами Татьяна. Хочу сегодня с вами поделиться своими покупками за январь месяц. Вот первое, что вы видите перед вами, это такой кардиган, летний вариант, светло-персикового цвета, коттоновый, довольно длинный. Я его собираюсь носить под светлый верх и низ. И думаю, что это будет очень гармонично смотреться в летний период времени. Он из коттона, такие вот карманы и разрезы, такой длинненький, в общем, от бренда Fashion Union. Стоил он недорого, покупала я его в магазине Tiki Max, 13 евро еще ценник у меня висит. В общем, я довольна им и думаю, что в летний период я буду его довольно часто надевать. Так, следующая вещь у меня приобретена в новогодние скидки. Такое вот платьице майкового покроя. Оно короткое, в смысле выше колена. Такой довольно трендовый цвет. Вишневый, темно-вишневый. Мне понравился его состав, такой вязко, довольно хорошо села на меня. Я ношу его с черной водолазкой, черные плотные колготки, высокие сапоги. Довольно-таки смотрится гармонично, уютно, тепло. В общем, довольна этой вещичкой тоже. Следующее. Свитер. Джемпер. Не знаю, как сказать правильно. Значит, тоже светло-персиковый цвет. Мне понравился цвет. Мне понравился его фасон. Здесь по бокам вот такие пуговички металлические. Они даже расстегиваются, если надо. Он довольно просторный, уютный. Теплый, в составе коттон, и мне в нем удобно и красиво. Тоже приобрела его по скидке полцены, ношу с удовольствием. Следующая моя любимая покупочка, за которой я следила, ждала, это сапоги, высокие сапоги. У них Шанель, под Шанель тренд сделан, да, то есть такой вот подошва, очень удобные, очень комфортные, в них можно ходить целый день и ноги не устают. Я очень довольна ими, то есть они мне достались не за полцены, конечно, но тем не менее 30% скидка, по-моему, была. В общем, обошлись мне в пределах 100 евро. Давайте посмотрим. Это бренд Верагона. В общем, я напишу в инфобоксе. Вот, если найду, да, оставлю ссылки. Дальше. Также по скидкам я приобрела вот такие бижутерные украшения. Это невидимки с такими стразиками. Мне очень понравились. Три в упаковке были, такой бантик и сова со стразами. Стоили они по полной цене 6, а заплатила за них 50 центов всего. Такие серьги мне захотелось, просто обычные гвоздики. Вот. В общем, бриллианты. И такой браслетик мне тоже, он показался довольно симпатичным, стоил недорого, по скидке, в пределах 3 евро. Скидка была 70%. В общем, так иногда для разнообразия. Также поделюсь с вами, что мне подарили на Рождество. Значит, подруге получила двое пар вот таких вязаных
носков. Такие одни тапочками, другие вот довольно высокие. Правда, я их еще не надевала. Мне кажется, они довольно теплые, но, в общем, на всякий случай. Также я от подруги получила вот такие две косметические баночки. Это скраб для лица и маска, увлажняющая маска. Оба продукта от компании Дешели. Это израильская компания. Продукты изготавливаются на основе продуктов Мертвого моря. Этот бренд применяется только в салонах, да, то есть его купить практически так невозможно, только в бьюти-салонах. Он довольно небюджетный, то есть цена у него есть, ощутимая. И скажу, что скраб я еще не пробовала, не знаю, буду пробовать или нет, начинать. А вот маску я уже начала один раз, попробовала, но не могу сказать конкретного результата, то есть я еще буду тестировать и вам с вами поделюсь. Это как обычно я оставляю дату вскрытия баночки, потому что есть срок годности на всех продуктах. Следующее, и на Рождество я получила вот такую книгу про всевозможные дизайнерские сумки, какие были в тренде, есть, будут. То есть это довольно интересная книжка, если ее полистать, посмотреть, вот, возможно, что-то для себя взять на заметку. Ну, у меня уже вторая такая книга. Не знаю, наверное, маленькая коллекция будет. Здесь прилагалось еще наличными 20 евро. Такая вот книжечка. Также я получила парфюм Виктория Бекхэм. Но я не знаю, какой у него аромат, поэтому я еще не открывала. Все-таки думаю, где-нибудь, если мне попадется возможность протестировать аромат, только тогда я его открою, если мне понравится. И также получила вот такой подарочек от Lancôme. Здесь карандаш для глаз, тушь и для жидкость для удаления макияжа. У меня уже была вот эта жидкость, и она даже для чувствительных глаз подходит, хорошо снимает макияж. Ну, в общем, я еще не начинала, так как у меня есть пока мисс тушь, которую я пользуюсь, еще не закончилась. Когда закончу, вот тогда я и попробую, не знаю, насколько она хороша или нет. То есть вот это все, что у меня было подарено и приобретено за январь месяц. В инфобоксе я оставлю информацию на тот или иной продукт. Если вас заинтересовал, можно будет посмотреть это в онлайн, его цену, возможно, или даже приобрести. Поделитесь в комментариях, какие вы подарки получили на Рождество, что вы приобрели на скидках новогодних, довольны ли вы подарками, этими скидками, и вообще, что вы приобрели. Мне очень приятно было поделиться с вами своими идеями покупок. И думаю, что в ближайшее время я сниму еще одно видео, будет довольно интересное на тему одежды. И на сегодня это все. Всем хорошего дня, и не только сегодня. Всех целую, всем пока. Bye!